очень рады, что выиграли, была тяжелая игра. Три важных перечка. Третий гол, когда Серхио Стицин забил, очень важно. Тяжелый момент был, прежде всего, игра на меньшинстве. Два глупых, ну, не глупых таких. Так получилось, что ребята выкинули шайбу не специально, но, к сожалению, 5-3 не выставили, но это, может быть, нам помогло, скажем, с другой стороны. Мы более стали концентрированно играть, собраны. Ну, естественно, соперник хороший, матч сложился для нас не очень легко. Я считаю, ну, у нас были моменты, в принципе, мы придерживались системы, которую нам тренера давали. Просто что-то не получалось где-то. Не хватало концентрации на решающем броске. Не могли забить долго. Ну, хорошо действовало большинство в третьем периоде у нас. И забили голы в третьем вовремя.